Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня моя мама поотвечает на некоторые вопросы. Мы так просто посидим, поболтаем. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и первый вопрос, который часто мне задают, я на него уже отвечала не раз. Имя, фамилия, дата рождения. Маму мою зовут Людмила, отчество Викторовна. Сколько тебе лет? 45. Да нет, 61 маме. 62 будет. 62 уже будет. Да, у моей мамы день рождения 16-го. По паспорту. Ну, это да, это по понятно. Паспорту. День рождения 16 декабря. Мама... Чего? А зачем ты это говоришь? Ну, я же не говорю дату рождения. В смысле... Год рождения. Хотя можно посчитать. Да. Вот. Спасибо. Кто группу крови еще скажу. Еще группе крови. Кто? Стрелец. Стрелец, моя мама, да. Год петуха. Год петуха. А я, кстати... Телец в год быка. Ну, мы, да, живем. Вот. И также просили рассказать, кто мама... Так, во-первых, откуда ты? Питерская. Да. Мы с мамой родились в городе Ленинграде, живем в Санкт-Петербурге. Вот так. Ну, у нас тут много. Не, ну у нас тут это проблема с паспортами. Когда пишут, например, у Кати, да, написали, что она в Ленинграде родилась. Мне написали в паспорт, что я в Санкт-Петербурге родилась. Ну, вообще, по правилам должно быть, да. Городе, которого нет. В Ленинграде, нету. Да. А живем в Санкт-Петербурге. Ну, это, в общем, в принципе. Ну, вот так и все. То есть, в принципе, мы коренные питерцы. Кстати, мне кто-то делал замечание, что я, типа, неправильно говорю питерцы. А как? Нужно петербуржцы. Но на самом деле мы сами себя называем питерцы. Да? Да, кто как. Потому что мы говорим Питер, Питер, питерцы. Петербург. Петербург, да. Санкт-Петербург, а был уже потом Петроград, вот поэтому пошел Питер. Да. А мы потом Ленинград. Редко кто говорит там петербуржцы. Петербург, да. Да. Да, редко такое. Вот. Ну, папа, кстати, тоже он здесь родился, а мама, она ваша, в Калининской области. Калининград? Калинин. Тверь. Сейчас это называется. То есть моя бабушка из Твери, да. Папа питерец. Да. Так что вот так вот. А дальше там не знаем. А дальше не знаем. Там все покрыто мраком и тайной, потому что моя бабушка, например, вообще свое все скрывала. У нее вообще фамилия. Изменила она ее фамилию. Ну, вот в эти, в 30... Какие там? 30-е годы бабушка изменила фамилию тогда. Вот, попросила. Там все, окончание. Ну, в общем, боялась, когда деда там посадили. В 37-м. Ну, в общем, да. Ну, так у всех, поэтому... я думаю, такая история. Когда да. Революции всякие, все остальное. Да, не любит. Кто такая бабушка, кто такой, вот. Вот, и кто ты по профессии? Бабушка. Мама и бабушка. Ну, кто по профессии? Очень сложный вопрос. Это, ну, училась ты на кого? А я вообще, в принципе, экономист. Училась в институте, закончила, потом бросила, замуж вышла. Уехали с мужем мы служить. Вот, ваш папа. Угу. Вот, служили мы в Геленджике. В Севастополе были, вот, в принципе, так вот, а потом закончила, ты что-то техникум закончила экономический, вот, но не работала, немного поработала, потом в декрет с тобой вот ушла, а садик не устроить, пришлось дома сидеть, бабушка отказалась сидеть с тобой. Я вот. Вредная была. Да, вот, поэтому, в общем, потом ваш папа пошел плавать. И, естественно, на работу уже было сложно устроиться, потому что надо было ездить по стране, где он приходил в порт. Это было. В основном это была Камчатка и Владивосток. Вот туда вот я в основном летала. Вот, поэтому устроиться было там все проблематично. Ну и все. А потом мы разошлись с твоим папой. Вот, и в этот момент начались вот эти, как их называют теперь, лихие 90-е, когда кушать было нечего.
работу не устроится. Ну, тогда вот устроилась я, строчила в кооперативе, в опрашке такие. Если мы... Обучалась, да? Нет, там что там строчить? Прямая, и все. Да. Ну, бабушка же моя. Ну, бабушка, моя мама, да, мама, она швея, да, она в ателье работала. В общем, вот. Ну, вот устроилась вот в опрашке. Вот кто вот знает Питер, опрашский двор, там было куча кооперативов, вот там вот я работала. Вот, потом совсем плохо стало. Вот, и, в принципе, пошла посуду мыть в столовую потом. Ну, ты же заканчивала потом что-то на повара. Ну, это да, но это такое вот, на повара, это просто вот как вот... Как курсы сейчас. Как вот сейчас курсы. Да. Галопом по Европе, без практики, без всего. Написали конспект и все, но практики никакой не было, поэтому я пошла посуду мыть, потом... А потом уже потихонечку кто-то там заболел, значит, пошла там то картошку почистишь, то... Котлеты пожаришь. Ну, в общем, вот такая вот на подхвате, как ученица. Вот и все. Я не профессиональный повар, не профессиональный. Вот. Просто вот так вот. Обыкновенная столовая. Поэтому я особо и однажды я проговорилась. Да, моя мама не хотела говорить, что да. Она работала поваром, но ее запалили. Да, меня запалили. Вот. Потому что я однажды проговорилась как-то. Вот, а потом давай расскажи, а чё... Расскажи, покажи. Ой, да ты много знаешь чего, да расскажи. Ну, не объяснить людям, что у нас обыкновенная столовая, которую кормили, не буду говорить где. Ну, вот. Да. Дотация там очень была дёшево. То есть, в принципе, обыкновенная столовая, чтобы вкусно было покушать. Вот, да. Дешевая. Дешевая столовая была закрытая, чтобы были люди покушать. Ну, не буду говорить, где. Ну, в общем, при предприятии. Да, слов, и потом, словом, да. Да, потом вот я проработала там, потом пошла на... Не на пенсию. Потом мама ушла в декрет со старшим внуком. Да. Сестра моя училась как раз. Да, сестра, да, это самая твоя. Катя, она как раз училась, маленький. И, в принципе, она говорит, что, ну, твои копеечки... Чего? Говорит, сиди с внуком. Вот я его растила, как сына, до 10 лет. Потом Наташа. Не, ну, с Левочкой я не сидела. Да, мы, когда я старшего родила, мы с мамой не жили вместе. Я жила у мужа. Вот. Потом уже, когда здесь дом построили, мы уже съехались с мамой. Да, съехались, и то там. И то, ну, правда, они мне так сказали, мам, ты решаешь сама, едешь ли ты с Наташей, или ты остаешься с Катей. Ну, естественно, мама. Мама поехала помогать младшей. Поэтому... Ну, вот. Да. Ну, и мама у меня всю жизнь мечтала жить за городом. Да. Чтобы вот так вот. Да. Вот так. На свежем воздухе. Ну, если вот. Можно так назвать. Вот. А что? А так вот тяжело, конечно, с детками. Потому что детки уже... Это уже не маленькая лялечка твоя. Это уже взрослая. Ты сейчас про меня, что ли? Да. Мы ссорились, а я не скрываю, мы ссорились, ну, и да. Все было, потому что по первости я на нее как продолжала смотреть, как на ребенка, вот, как вот, ну, маленькую, вот как вот я воспитывала, можно было и по жопке дать, и в угол поставить, но это уже потом выяснилось, что это уже взрослая девушка, дочь взрослая, поэтому тяжело было. Ломка была, называется. Да, плюс еще как раз в этот период я маму на похудеть. Да, ломка была, все вот это. А потом вот, как говорится, спасибо ей, вот, она отпустила вожжи, называется. А что, не так, что ли? Ну, в принципе, ну как вот, вот, что хочу, то делаю. То ты? Да. А что, не так, что ли? Ну да. Ну да, в принципе, у нас с мамой была такая договоренность, что она ужин готовит и все. Ну, а, ну что, с Владиком-то гуляла? Ну, когда Владик с Владиком гуляла, укачивала. Очень хорошо укачивала. Да, по 3 часа ребенок спал. Да. Вечером потом не ложилась. Ну, помогала, да. А потом, ну, все равно на подхвате. Хотя вот говорят некоторые молодые, вот, я не буду с мамой жить. Ну, не знаю. У нас тоже соседка сказала, что она тоже не будет воспитывать. Ну, проблема. Ребенок в садик пошел.
Да, часто болеют, адаптация. Вон Лёва пошел в школу, первый класс, тоже пошла адаптация. Вот. А сейчас же очень проблема. Он со старшей, сколько было проблем тогда? Почему я еще сидела? Потому что маленький ребенок, как спрашивают, сколько лет сыну там? 5, 4. О, хорошо, мы вам позвоним. И все, и на этом заканчивалось. Вот. Ну, мне, она говорит, Катя, ну, у меня же мама сидит. Ну, что мама? А там прямым так в глаза говорили, сегодня мама есть, завтра ее нету. Так что, поэтому это с бабушками мне становится. Да, бабушка, чтобы не обижали. Кого, бабушек? Бабушек не обижали. А кто их обижал? Ласкали. Конфетку давали. Вот, а что вот. Ну, в общем, вот такие вот. Такие вот. Ну да, мы поначалу ссорились. Но мне кажется, как все, наверное, хозяйки, потому что я привыкла уже. То есть мы с мужем сколько уже тогда? 10. Нет, еще 10 не было. Но все равно много-то. Да, много уже жили. У нас как бы по одному все. Мама немножко по-другому привыкла. Конечно, мы немножко... Ну, две хозяйки на одной кухне, конечно, это все. Да, конечно, сложновато. И с готовкой тоже мама по одному привыкла готовить. Да. А у меня... Я мужа приучила по-другому и так далее. В общем, как-то да. Ну, были такие моменты. Да, да, было. Ну, сейчас ничего, просто не говорю. Нет, притерлись. Нет, ну... Сейчас из огорода только ругаемся. Почему? Ну, а чего? Потому что мама выходит, он на сын цепёк и стоит. Вчера очень хорошо было. Угу. Там плохо себя чувствую. Нет, хорошо чувствовала. Нет, я с поясом, я все предусмотрела, доспехи одела свои. Все так, что вот так вот. Ну, вот. Ну, вот и все. Ну, а, кстати, вот вопрос еще по поводу взаимоотношений с зятем. С зятем. Да, очень тоже часто спрашиваю. Как ты живешь, зять? Хорошо. Иногда лучше даже, чем со мной. Нет, но я становлюсь на его, часто очень на его сторону, не из-за того, что вот как бы назло у дочери, а просто я считаю, что он прав. Да. В этом отношении у нее эмоции, а он прав, он с точки зрения вот мужской. Между прочим, вот с первым зятем, вот старшей дочери, я тоже в очень хороших отношениях. Вот у меня старшая дочь Катя разошлись они с мужем, и я в хороших отношениях. Он ко мне всегда, если я что-то там вот были, когда там с Никитой, там все, я всегда позвоню, мы всегда поговорим, это вот. И со сватью, ну как бы, как это все называется, моего бывшего зятя. То есть Никитина та бабушка, дедушка, тоже твоего очень хорошая. Внука, вторая бабушка. Да, тоже в очень хороших отношениях. И я сразу сказала, что вы разошлись, это ваша проблема, а бабушки остаются всю жизнь бабушками. Ну, да. Поэтому также я и к зятю отношусь вот к этому абсолютно. Он прав. Ну, сделал. Кстати, мой муж еще очень похож на... чем-то по характеру на твоего деда, получается. Да, да. Тоже такое. Есть сходство, поэтому, наверное, маме легко с ним. Ну, да. Ну, нет, по первости, да, да, вот доску, вот, когда строится, вот, костер жгли, да, вот яблоня сгорела. Вот так только. И все. На цветочке. Скосили. А помнишь, флоксы скосил? Да. И все. Нет, ну а чего? А чего ссориться? Ну, я встану в штыки, принципиально, предположим. Но я же хуже своей дочери делаю. А мне зачем это? Внукам хуже. Зачем? Я в этой семье живу, я лучше отойду в сторонку. Если что-то не так, я просто ухожу в свою комнату. Ну, и я со своей стороны тоже. Я не такой человек, который там вот... У нас там малейшая ссора, я сразу побегу маме, говорит, что нет. Мама там, он такой-сякой, там что-то, мы нет. С ним поругались. Потому что я считаю, что, ну, мы поругались, помирились, а для мамы он же все равно что? Останется плохим в итоге. А я закрою дверь и начну моего ребеночка обижаю. Да. Ну, вот как я, например, моего ребенка там обидел какой-то, ну, там, да. Дружат они между собой, вот они там переругались. Я же уже как мама, да, ага, там мальчик плохой, обидел моего сына. А потом, как бы, они помирились, дальше дружат себе. Ты продолжаешь вариться в собственном соку. Да, поэтому я тоже таких вещей как бы не делаю, и поэтому, наверное... Не, ну мы притерлись с зятем, поэтому как бы я его уважаю как хозяина,
как добытчика, который, как опора, в случае чего, он тогда со мной в больницу, да, до 4 часов вообще благодарна. Да. Вот они приехали тогда в час, в 2 часа скорую вызвали, и он до 5 со мной в больнице сидел. А ему на следующий день на работу было, да? Нет? Или он не был? На работу. На работу. На работу. И вот он со мной, он меня не бросил там, и вот он меня до палаты, ну, пока в приемном покое, пока все это дело. Он меня до палаты довел там вещи. Ну, я благодарна в этом. А другие же могут и уйти, он... Сколько было случаев, когда привозят там? Бросили. И бросили, пошли там дальше. Это. А он со мной сидел. Я... Честно говоря, я не ожидала. Нет, я просто думала, вот он приедет, привезет, ну и поедет. А он так со мной сидел. Не знаю, может быть, твои указания были, либо... Что попросишь, как говорится, что попросишь, он всегда сделает. То, что смысла нету ссориться. Да, бывает он, что-то такое бывает. Так вот только. Вздохнула, посчитала, ушла, переварила. Да, вот, успокоение, и все. Но я никогда не высказываюсь. Это ихная жизнь, это ихная. А что я буду? Я хуже своим детям делать. Это в первую очередь надо ставить, что... Ты делаешь хуже. Ну, влезу я в семью так, да, там, надудукаю. Ну, вот, больше буду переживать, если они, у них не сойдется, они разбегутся. Это же двойне. Это и внуки без папы, и это... Нет. Мама скорее меня выгонит. Да. Не, ну, ты бываешь много неправа. Ты просто бываешь просто неправа. Да? Да. Иногда права. Ну, я же не влезаю, да. Не, ну почему? Ну, это то же самое, что... Не, ну, есть такие склочники люди, конечно, там не разрешают. Вон там Наталья, да? Вот на цветочек упала это самое, на травку положили доски, вот уже ругаются. Ну, что? Ну, сдохло это самое яблоня у меня. Ну, сливы попилили. Ну, мы что-то. Новые купили 2. Что, яблони? Да. Правда, не тот сорт, но все равно. Какой был. Вот. Ну, что делать? Ну, зато дом. Зато дом оборудован. Зато голова не болит по поводу того, что дома тепло, вода, туалет, душ, газ там. Ну, представьте, как в городе живешь даже лучше. Вот, поэтому, ну и бог с ним. А сколько у нас тут деревьев вымокло, какие были яблони шикарные у деда. Ну, ничего страшного. Много не надо. Куда он ел много яблонь? Ну, 1-2 хватит. Вот. Так что вот так. Ну и теперь по поводу того часто еще... По поводу вышивки маминой. Очень много кто предлагает открыть маме бизнес. И продавать всю свою вышивку. Ну, то, что вышивает, какое-то свое рукоделие и так далее. Да. Нет, не получится. Почему? А я объясню. Во-первых, самое главное, что я для каждой... Во-первых, у меня их мало. Вот у меня вот эта моя вся стопочка. Даже не видно. Вот так. Вот такая моя стопочка. Вот. Во-вторых, я вышиваю медленно. То есть вот я не могу... как некоторые там по 8 часов, 2-3 часа, а потом уже голова уже крестики пошли на нолики. Уже. Я же вечером сажусь, днем очень редко. Вот сейчас только днем я сажусь, поскольку мне нужно быстренько сделать. Это раз. Медленно их. Вот. Во-вторых, свое удовольствие это вообще. Во-первых, получаю, да. Во-первых, я когда покупаю какую-то вышивку свою, я на нее, это называется, как вот накрыла тебя. Вот смотрю, вот казалось бы, что там, ну что там, да? Ну вот открываю, да, вот такие. Вот, кстати, сейчас покажу. Смотрите, какая картина. Да, это вот той серии, которые вот у меня там выше. Вот я сперва вот эту купила.
Да опять же, вот продавать. Вот смотрите, у мамы ценник 1422 рубля, да? Плюс... Это скидка. Это скидка. А так почти 3000. Да. Вот она. Вот. Плюс... И плюс еще своя работа, но цена не оправдывает, мне кажется, средства. Да, если, конечно, там вот дочка откажется, скажет, не будешь вешать, я не дам тебе вешать. Тогда придется или буду раздавать, или по дешевке. Вот. И во-вторых, и вот я говорю, что вот, например, смотрю, много же там сколько вышивок. И вдруг вот меня вот накрыло. И вот я вот такую купила, например. Это вот к той серии. Потом к ней вот такую. Да, вот к ней вот такую купил. Вот это, кстати, да. Мне с бисера. Такой. Нравится? Да, машинка голубенькая. Да. Голубенькая. Я так думаю, что мальчишки заберут ее. Ну да. Кстати, у нас мальчишки даже вон маме заказывают какого-то дракона там, хотя же да. Пришла. Вот. Потом, понимаете, я каждого как вот как конфетку облизываю. Вот я увидела картинку и... Все, накрыла, и я вот хочу. Вот, например, почему? Ну, еще вот такую вот купила. Называется «В ожидании чуда». Это кому такое? Себе. Вот. В ожидании какого Ой, чуда? Ой, не чудо, полета, пардон. Ну, все равно это чудо. Да. Вот, полная зашивка, например, да? Вот, смотрите, 20 на 30 сантиметров. Это вот полностью зашивка. Потом вот такую, вот казалось бы, чего-то такого. Вот я вот вытащила. Угу. Вот, это пманная. Пчелка. Вот что это мне ее. Думала, что это пчелка, мне сказали, что оса. Вообще, да, оса. Оса, ну, я думаю, пчелка. Да и коты свои любимые. Да. Вот, и вот такой вот кот. С рыбой. Никита заказал такую. Да? Да. На его Марусю похож. Вот. Ну, думаю, вот такой вот. Это на конве, на пластмассе вешать. Угу. На веревочке. Вот. Понимаете, поэтому я покупаю для себя. Вот вышила, получая огромное удовольствие. Даже вот того кота несчастного лесного, которого я плевалась, и все, которое называется прогоновский вышивка, где там один крестик, один, рядом еще один крестик, там два крестика. Вот. Плевалась, плакала, но я его шила, я получаю все равно удовольствие. Поэтому они как родные, и продавать нет. Хотя мне вот, я вот женщина, например, вот там вот Наташа, да, сколько я там ей уже вышла работу, она мне все говорит, давай тебе деньги дам. Не знаю, я не беру с нее деньги, потому что мы всю жизнь с ней прожили. Надо. Она говорит, ну давай хотя бы за картину тебе. Я говорю, а я получила удовольствие, поэтому продавать. Ну да, только в том случае, если она откажется, скажет нет. Мне не нравятся твои картины, и это некрасиво, это старомодно. Только так. А так, в принципе, вышивают для себя. Mm-hmm. И вот еще вот вышила, положила, надо... Вдруг куплю еще какую-нибудь штучку, иголочки куплю, еще чего-то такое вот. А надо уже в багетную мастерскую. А потом еще другим тут заинтересовалась. Вон она сзади. Да. Это моя мама, кстати, сама сделала. Да. Это валик для коклюшки. Кружевоплетение буду. Учиться вышивать, это, плести вологодское кружево, елецкое кружево. В общем. Было бы в сутках 25 часов, да? Больше. Я бы... 48. Не хватает времени, девочки, не хватает. Утром. Во сколько ты не встала, но все равно пока туда. А сейчас огород, сейчас лето. Просто хочется посидеть на... Вот вчера вечером, да? Ну, сволочь, комары. Сухо-сухо, но комары зажрали. Хотелось посидеть, послушать. Так тепло у нас было, хорошо. Ну, тут дожди опять обещают. В общем, нету времени, девочки. Мало, 24 часа мало. 25, 28, 30, хорошо было бы. Или вообще не спать. Все делай. Пока как лошадь упала, и все. Так вот.
все. Ну ладно, мы надеемся, вам понравилось такое видео. Да. Если у вас есть еще какие-то вопросы на какое-нибудь такое тоже болтологическое видео, обязательно оставляйте их внизу в комментариях. Ставьте пальчики вверх, нам очень приятно. Мы всех любим, целуем и до новых встреч. Пока-пока. Да.